У нас в стране есть главная проблема. Я иду на президентские выборы всего лишь с несколькими пунктами. Я не клею билборды по стране, как другие, с надписью «Дороги, рабочие места, пенсии, как в Европе». Первое, что я вам обещаю, а я человек, который до сих пор выполнял свои обещания, я распущу самый грязный, самый коррумпированный парламент в истории нашей страны. Мы не можем дальше жить в стране, в которой депутаты парламента превратили наш парламент в публичный дом. Вы можете купить сегодня депутатов по одному, по три, по пять.